Анонс и дата выхода нового сериала «10 дней до весны». Премьера сериала состоится осенью на канале НТВ. Сюжет сериала. 2014 год. Жителей Крымского полуострова ожидают исторические события, положившие начало новой жизни в связи с сгоревшимся конфликтом между небратскими народами. Многие не догадываются, что перемены коснутся каждого человека и определяют дальнейшее существование под оккупацией России. Изменения затрагивают представителей некогда дружного семейства Жилиных, которым пришлось расстаться на долгие годы после 90-х. Родные братья Николай и Андрей, а также сестра Наташа, получают трагическое известие о смерти отца, в связи с чем судьба сводит их на похоронах. Первый служит в Симферополе и командует спецподразделением «Беркут». Второму удалось сделать карьеру в столице и стать успешным хирургом. А Наталья работает преподавателем гимназии. Троица собирается поделить отцовский дом, расположенный на побережье, что приводит к конфликту. На территории Крыма реализуется более серьезный сценарий, затмевающий предыдущие. Премьера сериала состоится осенью на канале НТВ. Если вам нравятся сериалы и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.